Наши, вот то, о чем говорил Николай Колев, комментатор болгарского телевидения, что наши частенько паникуют. Он это слово как раз и употребил. И, между прочим, в первом тайме и я тоже говорил о том, что играть бы надо бы и без паники. Поспокойнее, с таким опытом и мастерством, которым обладают наши футболисты в обороне. Вот опасный момент. И пришедший и забытый всеми в штрафной площади капитан команды Иванов. Без помех, абсолютно, при полном попустительстве наших защитников, я подчеркиваю это, забывший совершенно об этом футболисте, забивает мяч, просто укладывает его словно рукой в левый от Овчинникова угол. А пас сделал все тот же Стоичков. И вот таким образом болгары вышли вперед. Вот этим пасом Стоичков и показал, чего он вообще стоит. А вот уже забить гол, это было делом, как говорится, техники. Тем более, что Иванов, центральный защитник, капитан команды, играет здорово, конечно же, головой. И в таком месте, в котором...